В школах городов и поселков Большого Харциска начались мероприятия, посвященные Дню Победы. На уроках и классных часах вспоминают о героях Великой Отечественной войны, проводят торжественные линейки. На одной из них сегодня побывала и наша съемочная группа. Утро в 19-й школе в поселке Горное сегодня началось с торжественной линейки. Учащиеся собрались на школьном дворе, чтобы накануне Дня Победы вспомнить о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Они читали стихи, вальсировали и пели песни о той далекой весне 45-го года. И все о той весне увидел я во сне, пришел рассвет. Сегодня мы проводим торжественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом мероприятии участвуют все 15 классов, все 272 ученика нашей школы. И мы рады, что мы сопричастны к исторической памяти народа, и что мы эту память историческую народа формируем у нашего подрастающего поколения, у наших замечательных учеников. Уже через несколько дней, 9 мая, учащиеся 19-й школы примут участие в марше бессмертного полка. Ребята готовились к шествию несколько месяцев. Сегодня у мальчишек и девчонок была возможность прорепетировать. Маленьким ручейком памяти они с гордостью прошли вдоль строя сверстников, держа в руках портреты своих родственников-героев. Уже третий год в нашей школе проводится акция «Бессмертный полк». В этой акции участвуют ученики с 1 по 11 класс. Они нашли, разыскали фотографии своих прадедушек, прабабушек. И сегодня торжественно представили бессмертных воинов «Бессмертного полка». После завершения торжественной линейки, посвященной Дню Победы, ребята приняли участие в смотре конкурса «Строя и песни». Остается добавить, что патриотические мероприятия в школе прошли в рамках проекта общественного движения «Донецкая республика. Герои».